красивая картина. Качели сломаны давно, полно автомобилей. Гулять сегодня не пойду, и нету настроения. Мой бедный двор ведь не утомляет от детского веселья. Любимый мой Екатеринбург, я знаю, всем не сладко. Но я мечтаю о дворе, где есть детская площадка. Однажды мне приснился сон, что дворик мой любимый был кем-то сильно изменен. И вот что получилось. Дома стоят красивые и радуются глаз. Газоны все подсвечены, цветы растут у нас. Соседи все здороваются, в подъезде чистота. Не курят, не ругаются, какая красота. Машины на стоянках, а может в гараже. Могу бежать по дворику и не бояться даже. Скамейки есть для бабушек и светят фонари. И нет там больше мусора, да что там, посмотри. Могу гулять без мамы, я никто не заберет. Ведь дворик стал красивее, добрее стал народ. А самое главное, качели есть у нас. Хорошая песочница, песочница и горка просто класс. Детишки все собрались бы, кинули бы клич. Эй, дяденьки и тетеньки, а ну-ка соберись. Хотим дворы красивые, чтоб было где гулять. Играть в игрушки разные и воздухом дышать. Услышьте нас, чиновники, собирайте съезд. Пусть действует программа «Мой двор, мой подъезд». Боюсь, что скоро вырасту, и мне не погулять. Наверное, Дед Мороз придется написать.